Прошло 140 лет с того дня, как родилось священное Самарское знамя. 140 лет, которые отделяют нас от тех дней, когда болгары, все как один, встали на борьбу за независимость своей родины. И Россия протянула им в этой борьбе руку братской помощи. Режиссер телеканала «Самара ГИС» Олег Паламеев пришел посмотреть свое творение на большом экране. Телевидение и кино, как известно, продукт коллективного творчества. Говорить о том, что вот что-то получилось, что-то не получилось, можно только в том случае, когда команда, которая над этим фильмом работает, как-то понимает друг друга и чувствует отношения, настроение людей. И если вот то отношение внутри команды как-то совпало с ощущениями зрителей, значит, считай, получилось. Фильм «Под знаменем дружбы» оказался весьма познавательным для молодого поколения. Немногие из них знали, что Старозагора – побратим Самары, что Россия и Болгария имеют совместную великую историю. Никогда не знал, что Болгария и Россия имела такое содружество 140 лет назад. Благодаря этому фильму как раз все узнал. Узнал, что Россия подарила знамя Болгарии. Тесное общение было. Документальное кино мне очень понравилось, потому что там невыдуманные какие-то истории, там живые люди, которые принимали участие там в тех или иных ситуациях, что они живые, что они есть, что это на самом деле было. Самара, Москва, Екатеринбург, Саратов и еще десяток городов представили зрителям свои фильмы. Документальное кино – это правда жизни, которая касается каждого, и каждый может разглядеть и узнать себя в героях картин. В кинотеатре «Художественный» сегодня целый день идет кино. Открылся фестиваль «Соль земли», сегодня первый день просмотра. Традиционно вход свободный, не упустите свой шанс и сходите в кино. Фестиваль «Соль земли» – это не только кинопоказы, но и творческие встречи. Уже не первый год в Самару приезжает кинооператор из северной столицы, завкафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Николай Волков. Камеру обслуживать и так далее – это не так сложно. Вот. Другое дело – придумать изобразительное решение, аромат изображения. Как это сделать, в каком сочетании, когда возникают совершенно разные смыслы, и управлять восприятием зрителя. Вот это когда человек умеет, то есть будучи режиссером изображения. Фестиваль будет идти вплоть до 23 сентября. За эти дни зрители увидят настоящее документальное кино. Награждение победителей пройдет 22 сентября в 14:30. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.